Привет, ребята, это с вами канал КАЗ Геймар. И угадайте, что сейчас произошло. Сейчас, наконец-то, вышел новый трейлер фильма про Соника. И я решил сделать первый раз в своей жизни какую-то такую реакцию на что-то. Так что давайте глянем на этот трейлер, который мы ждали уже не знаю сколько, это реально долго было, потому что наконец-то уже в каком-то 15-м, там, 14-м году объявили все это, и сейчас наконец-то мы сможем это увидеть, понимаете? В 19-м году, да. На первый, наконец-то, трейлер. Все, давайте начнем. Сейчас поставлю на первый, полный экран. Блин, вот посмотрите на этот взгляд. Взгляд хищника, понимаете? Готовый сейчас начинать свои действия. Ха-ха-ха. Блин, это очень прикольно было. Ай, блин, вот этот... Этот канал просто делает вначале такие маленькие сценки, а потом пишет смотреть трейлер. Ну ладно, давайте не будем на это обращать внимание. Кстати, обратите внимание, что здесь написано Green Hills. Получается, что... А, хотя да, они же объявили то, что действие фильма происходит, ну, как раз таки в Green Hills. Ну, это типа Green Hill, зеленые холмы. Нифига себе, 760 миль в час? Это примерно сколько? Примерно 343 раза. 1200 километров в час? Вы что, серьезно что ли? Что за... Прикольная отсылка на Каттонса. На эти... Они же звезды раньше делали парамаунты, а сейчас делают на этот Каттонса на кольца. Блин, вот это вообще четко сделали. Да, парамаунт молодцы. Убрали свои звезды. А мы еще в одно кольцо залетаем. Еще сотрудничество с Сегой, да, получается, делать фильм. Чё за норка такая? Смотрите, это вся его обувь, да, порванная какая-то? Да, смотрите, это обувь. Получается, она не выдержала, да, его бег? Ха, я не понял, это прикол, если честно. Кстати, к этому магнитофон. Ну, это разминка всегда нужна. Врубаю максималку. Да, максималка. Нифига себе! 20 минут назад вырубилось электричество. Вот это выброс энергии был. Это получается, что у него как это что ли? Как Эми действует его как бы звуковая волна. На всем северо-западе. Нам нужен кто-то, кто разберется, с кем мы имеем дело. И что сейчас вы будет? Же не о том, о ком я подумал. Интересно, кто это может быть? Как думаете? Сейчас напишите в комментариях, кто это по-вашему. Я подожду. Блин, зачем я смотрю? Просто прикол в том, что на том стороне находится мой второй экран, поэтому я иногда смотрю туда. Короче, написали, да? Сейчас посмотрим. У нас нет выбора. Да, ладно. Какого? Вы... Посмотрите на эти усики, блин. Это не усики, а пропуск, ну, знаете куда. Я не буду это, как бы, озвучивать. Ну, блин. Давайте так же сделаем. Я же тоже так могу. Не видно, да? Что, у меня тоже закручены усы. Ну, почти. Но в любом случае, я как тоже считаю, Эггман. Сейчас еще волосы так зачесать бы назад. Смотрите, это я косплею доктора Эггмана. Ну, в роли Джим Керри. Главный. Так точно. Нет! Нет! Я главный! Слушай, как кажется, только... ты не понимаешь. Прости, как тебя зовут? Фэннинг. Всем плевать! Ну почему, кстати, этого катанца не сделали Джим Керри чуть потолще, вот это мне прикалывает. То есть его взяли и оставили вот такому весовой категории. Хотя, вообще был фильм, где он был толстый хоть раз? Я вот не помню. Это над Кристин. Сан-Франциско! Не... Блин, если честно, вот это... Мне вот этот момент не понравился. Этот графика вот этот... Как-то странно выглядит все это. Ну, хотя бы здесь главное, что глаза хоть зеленые и все. Но, блин, вот это... так себе. Но надеюсь, они когда фильм сделают, потом как-то подтянут этот момент. Мяу. Блин, мне повезло то, что это было не огнестрелка. Серьезно? Ладно, чувак, мне нужны ответы. А вообще? Ну, сейчас... Ну, сейчас посмотри на Соника, он такой мимишный, такой миленький, блин. Такой милый. Блин, я не могу поверить, что сейчас кто-то будет делать с ним правила 3-4. Придется спасать вашу планету. О, вот это эпично было. Знаете, что это напомнило? Вот это прыжок. Помните в фильме «Форсаж», по-моему, в каком-то 5-м, 6-м, 7-м, я не помню, там запутался из дамки. Короче, там помните, как этот... Есть же тот актер черный? Он вперед прыгает с одной машины на другой. Там еще танк был и так далее.
На, нафиг. Это все, на что ты способен? Соник, никогда не говори так. Никогда не говори, что ты способен. И где твоя армия? Это плохо обернется. Нет, но спасибо, что... Что это такое? Что за интерфейс такой? Что-то знакомое? А, не, незнакомое. Спросил. Ой-ой. Странно. У нее что, на электрозоне все тело, что ли? Это получается, что реально выброс энергии получается, как бы считай, какой-то Эми такой. Чё за? Это чё за портал такой был? Ау. Серьёзно? Вы превратили кольца в портал? Стоп, подожди-ка. Подождите-ка. Вспомните первые игры про Соника. Там же как раз-таки кольцо же является же порталом в Special Stage, понимаете? То есть именно в первой игре. И да, в первой игре, а во второй там же вот это, над этим чекпоинтом было. Потом еще кольцо как раз-таки является конечной целью, так что, скорее всего, это может быть пока нормально все, правильно, по правилу канона и так далее. По сути же, Соник реально же за счет большого кольца же телепортируется. Ну, в этот, который Special Stage, который был уже в первой части. Ну еще в Sonic Advance, по-моему, и каких-то еще других играх. О, смотрите, он уже наконец оделся в своей красной одежде. Только этот Эгмобиль какой-то другой совсем. Ну, вот усики, посмотрите. Блин, вот Джим Керри я давно не видел в фильме. В последнее время он не снимался в таких фильмах, он снимался в каких-то таких драмах там и так далее. Ну, это, видите, проблема в том, что это связано с тем, что у него там вроде какая-то девушка его или жена умерла там. И он винит себя и в этой, и ее смерти там. Она вроде бы там сама себя убила там, самоубийство и так далее. Ну, конечно, жалко его, но неважно. Ну, надеюсь, хотя бы фильм, он с энтузиазмом снимался, ему понравился. Кстати, заметьте, что у него на одном глазу, на одном этим нету, это, ну... На глазнице, короче, нету этого стекляшки или как-то это. Забыл уже. Я забыл. Ну ладно, не важно. Обалдеть! Блин. Они что, сейчас этот контент... Это типа на ртуте, что ли, какая-то такая... такая... Не знаю, отсылка. Я сделал 9 миллионов шагов сегодня. 9 миллионов шагов. Интересно, а сколько я шагов сегодня сделал? О, смотрите, я 9 тысяч сделал. Да, я почти что как Соник. Только единственное, что отличие, то что я делаю 9 тысяч, а он делает в 1000 раз больше. Ну ладно. А он кое-что, что сейчас, если он побил бы эти ракеты, они должны были взорваться. Обалдеть, я сделал 9 миллионов шагов сегодня. Не, ну, это пули были. А, подожди, стоп. А он не ракетами бил? Обалдеть! Я сделал 9 миллионов шагов сегодня. Он как бы ракетами бил, он же должен был взорваться. А хотя, если подумать, у ракет же там пускай эта взрывная часть находится спереди же. Или я хз вообще, как это работает. О. Сиди там и помалкивай. Долго еще. Здесь нечем дышать. У вас в сумке ребенок? Нет. То есть, да, это ребенок, но не мой. Там чужой ребенок. Тут пахнет дезодорантом и тухлым сэндвичем. Блин. Ой, это что было? Вы сейчас слышали это? Ё-моё. Блин, представьте, если бы сейчас в лифте, если бы вы катался, ехали бы с таким человеком тоже, и потом взяли его, он сказал бы, что не мой ребенок находится в сумке, ё-моё. Они вообще пофиг, они даже не пытались как-то его задержать что-то. Там чужой ребенок. Тут пахнет дезодорантом и тухлым сэндвичем. Кстати, реально, что там было? Это что за фургон такой? Это, по-моему, в начале трейлера, который показали, да? Это, получается, его какой-то этот... аппарат, который что-то как-то управляет чем-то. Допустим, какие-то экмобилями и своими патниками, наверное. А это что за... Когда с пятый тут кадр был? Пахнет дезодорантом и тухлым сэндвичем. Не обычные. Ох! Это что за пара... ладно, не буду говорить. Подожди, это что, какой-то
посмотрите на задний фон, это какой-то Mushroom Hill, да, получается? Ну, грибной вот этот холм. Но у него усы в этот раз побольше будут. Это, видимо, наверное, Эггман как-то... Скорее всего, знаете, что я думаю, скорее всего, что было? Помните в трейлере, Эггман же постоянно лизал же его шипы? Возможно, он какую-то такую получил от него энергию, может быть, и таким образом обусел и усы у него так. Но, честно, это как-то странно выглядит. Знаете, потом я как-нибудь поработаю над этим видео, посмотрю, что можно по нему нарыть, там, поделать, там, какие там свои... Придумаю что-нибудь. Потом я вам обязательно сниму видео про это. Какой-нибудь там интересный момент и что-нибудь такое. Ну, в общем, подберу потом. Ладно, что там дальше есть? Ну, а больше ничего интересного. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Ждите от этого, ждите про это какой-то новый видосик. В общем, не забывайте проходить на мой сервер и группу ВКонтакте. Удачи!